Всем привет, с вами команда Car Today, и сегодня у нас с вами на обзоре катушка от компании ESP, модель Onyx. Эта катушка у нас из класса Big Pit, и давайте посмотрим, какая комплектация у нас представлена. Так, сама катушка, запасная шпуля и кое-что еще. Компания ESP вышла на рынок карповых катушек, так как мы все знаем, что ESP все время подходит к производству изделий с некоторой изюминкой, то здесь они сделали очень много интересных вещей. На первый взгляд катушка сделана по-настоящему карповой. У нее матовый черный корпус, стиль, если посмотрите, настоящая английская классика. И вот такая еще деревянная, очень красивая ручка. Эта катушка создавалась непосредственно карпятниками и для карпятников. И вот что разработчики придумали в этой катушке. Первое, самый интересный момент. В комплекте идут две шпули. Одна шпуля более глубокая, вторая менее глубокая. Несмотря на то, что я сказал, что эта шпуля глубокая, это совсем не так. Вам не потребуется бэкинг, потому что леску диаметром 0,37 метров можно уместить целых 300 метров. Вторая шпуля еще более мелкая. Леска диаметром 0,30 мм вмещается 320 метров. Давайте сравним шпулю от катушки Дайва Винка Z5500 и от ESP. Посмотрите, насколько здесь глубокая шпуля и насколько неглубокая она здесь. Здесь, очевидно, мы с вами намотаем бэкинг и очень приличный. Шпуля сделана из анодированного алюминия. У нее очень гладкий бортик, что позволяет леске с нее соскальзывать практически без помех. Сверху у шпули здесь имеется специальный резиновый фартучек, который предотвращает попадание грязи на механизм катушки. Еще один очень интересный момент. На шпуле есть специальная дырка насквозь. Это нужно для того, чтобы вам легко привязывать леску. Продеваете леску насквозь, завязываете здесь узелок и начинаете намотку. На шпуле имеется также подпружиненная клипса. В катушке используется 7 подшипников плюс 1, передаточное число 4,3 к 1. Также на дужке используется подвижной ролик. И катушка обладает медленным ходом для идеальной укладки лески. Еще одно очень интересное техническое инженерное решение. Вот здесь у катушек по краям находятся специальные резиновые бортики, что не позволяет вашей леске залететь под шпулю на механизм. Рычаг обратного хода находится в очень удобном месте. Удобная складная ручка. Оп. Оп. Многие карпятники, когда выбирают себе катушку, все время спрашивают и сомневаются, какой им использовать фрикцион, быстрый или медленный. И вот для того, чтобы у вас таких сомнений не было, компания ESP в комплекте кладет два фрикциона, один быстрый, другой медленный. Изменить фрикцион очень просто. Вот сейчас у меня стоит на катушке фрикцион быстрый. Как видите, у него, во-первых, превосходный звук. А если мы хотим поставить фрикцион более медленный, мы откручиваем и ставим более медленный фрикцион. Подведем небольшой итог. Как нам кажется, это настоящая классическая карповая катушка. Она очень красивая и очень функциональная. У нее есть две шпули, на которых вам никогда не потребуется мотать бэкинг. И в комплекте также идет два фрикциона, что очень, можно сказать, инновационно. Катушка весит 780 грамм, и для тех технических характеристик, которыми она обладает, она имеет приемлемую цену. Эту катушку вы можете приобрести в магазине carpshop.ru. С вами была команда Carp Today. Всем привет!